Медицинская помощь в шаговой доступности. В центре здоровья, который недавно открылся на улице Шмидта, проходит первичное обследование всех желающих, вне зависимости от прописки и места жительства. Измерить давление, узнать, как работает сердце, пройти диспансеризацию можно и в отделениях врачей общей практики. В Мурманске работает уже 12 таких офисов в различных микрорайонах. Там нет очередей и все услуги оказываются бесплатно. Это кардиовизор. Смотрим портрет сердца, идет оценка. Работа сердечной мышцы. Чтобы обследовать работу сердца, специалисту достаточно всего 30 секунд. Изображение на мониторе покажет, есть ли у пациента патология и требуется ли лечение. В центре здоровья помимо ЭКГ можно измерить также артериальное и внутриглазное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Может абсолютно здоровый человек и может с какими-то жалобами прийти сюда обследоваться в центре здоровья, потому что мы сразу по экспресс-методике даем им результаты. Мы даем каждому проспектики, они читают и как-то поддерживают, чтобы определить, например, уровень холестерина высокий, они по рекомендации читают и поддерживают диет, питание. По результатам обследования врачи дают рекомендации, а при необходимости направляют пациентов к узким специалистам на дополнительный осмотр. И главное, никаких очередей и томительного ожидания. Здесь ведется предварительная запись. При этом прописка и место жительства пациента роли не играют, принимают всех. В нашем возрасте удобно сейчас все. Я не работаю. Удобно прийти, пообщаться, замерить давление, поговорить с доктором, совет получить правильный, который надо для меня. Они сейчас все очень нас, как бы сказать, ценят наш возраст, относятся к нам очень-очень хорошо. И поэтому с удовольствием приходим сюда. Конечно, чтобы не болело, приходить только для профилактики. Центр здоровья на Шмидта 41 открылся на базе первой городской поликлиники недавно. Добраться сюда людям пожилого возраста и маломобильным категориям граждан гораздо легче. Ведь раньше отделение находилось на улице Подгорная. На Подгорной, сами знаете, и транспортная доступность, да, и доступность для населения, она очень низкая. В день у нас проходит где-то до 15-20 человек через центр здоровья и гораздо больше через кабинеты медицинской профилактики, в котором проводится возрастная диспансеризация населения. А вообще за последний год было принято больше 4000 человек. Вот в центре здоровья. То есть здесь врачи работают и медсестры с повышенной нагрузкой. Медпункты шаговой доступности, офисы врачей общей практики работают в различных микрорайонах Мурманска. Сегодня в городе функционируют 12 таких офисов. Одно из старейших отделений на улице Полярной дивизии, единственное в городе, где вопрос нехватки кадров не стоит. Штат укомплектован на 100%. В отделении работают 8 специалистов. Все они имеют подготовку врачей общей практики, то есть они имеют возможность, знания, опыт оказания пациентам как кардиологической помощи, хирургической помощи, офтальмологической помощи, но в рамках первичной медицинской помощи. 8 врачей общей практики, 16 медсестер принимают больных с острой болью и на плановое обследование. Здесь работает и дневной стационар, и кабинет диспансеризации. Пройти обследование можно с 8 утра и до 7 часов вечера без предварительной записи.